Всем привет, salut Togo, и в этом видео я вам объясню, в чем разница между словами «dans» и «dedans». Наверное, вы уже знаете «dans», а не знаете «dedans». Без проблем я все объясню, и ну да, поехали. «Dans» — это точно значит «в». «В», как, например, «есть вода в бутылке», «il y a de l'eau dans la bouteille». «Il y a de l'eau dans la bouteille». А «dedans» — это другое слово. На французском языке, если бы вы хотели сказать «есть вода в ней», вы бы натурально сказали «il y a de l'eau dans elle», «il y a de l'eau dans lui». Это логично, но во французском языке это не так работает. У нас есть слова, чтобы сказать «в нем» или «в ней». Или также «в него», «в нее» и «ну да». И это слово – это «dedans». «Dedans», просто. «Il y a de l'eau dans la bouteille», а краще это будет «il y a de l'eau dedans». «Il y a de l'eau dans la bouteille», «il y a de l'eau dedans». «Dedans» – это правильная форма слов «dans lui» или «dans elle», потому что нельзя эти сказать «dans lui», «dans elle», никогда не это говорите. И, ну да, это уже все. Я надеюсь, что я все ясно объяснил. Если у вас есть вопросы, вы можете мне написать в комментариях или на странице в ВК, есть ссылка в описании. И, ну да, подписывайтесь и салют. Пока!